Алмаз с виду обычный камень. Но стоит его обточить и отшлифовать каждую грань, и он превратится в бриллиант. Редкий дорогой самоцвет, который украсит ожерелье, корону или витрину музея. Правда, на драгоценности идет лишь небольшая часть найденных алмазов. Ведь это еще и самый твердый камень на свете. Он может резать стекло. Из него изготавливают прочные сверла, резцы. Без него не обходятся многие важные медицинские инструменты. С помощью алмаза можно просверлить даже гору при постройке туннеля. Вот какая ценная вещь алмаз. И трубу разрежет, и к платью подойдет. Посмотрел мультфильм? Покажи его и своим друзьям. Жми на стрелочку, чтобы поделиться мультиком на своей страничке в соцсетях. А чтобы не пропустить новую серию, нажми на колокольчик. Что? Нет колокольчика? Так надо на канал подписаться, и сразу станешь нашим другом.